знаете, начали говорить, что это же специально, заказ. Мочить пятый канал, безгрешный пятый канал. И я говорю, да, заказ. Ну и что здесь такого? Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Люблю этот запах. Приступим. Мене завжди дивувала одна історія. Коли б ти не прийшов у студію, є для цього інформаційний привід чи ні, але завжди мусувалася тема Надії Савченко. І я розумію, для чого це робилося. Это эксперт в студії 5-го Порошенковського каналу розповідає, що його не устраивало в каналі 112. 112 канал, якщо хто не знає, на нього заведено зараз 7 уголовних діл і з ліцензією, там великі проблеми. Тому, якщо ви дивитесь і бачите, що канал став абсолютно в ноль упоротим, не думайте, що він сам по собі таким стал. Это касается не только 112-го. Эксперт рассказывает, 112-й ему не нравится, потому что там постоянно муссировали тему Савченко, когда она еще сидела, вы поняли, да? Капіталізувався феномен Надії Савченко, яка вже, ми тепер розуміємо, повинна була повернутися до України і виконувати от свою, ту свою роль, яку вона виконує зараз. Сержант Броуді в серіалі «Батьківщина», да? Абсолютно правильно. Ну, как же ведущему не вписаться, да? Сержант Броуді, да-да-да. Теперь-то мы все знаем, теперь. То створювалася правильна легенда. І от який би ефір не був, а от що нам скаже адвокат Савченко, а що у нас відбувається з Савченко, тобто з неї ліпили такого героя. І це дійсно, це ж було тільки на 112 каналі. Що стосується NewsOne, тут можна просто по деталях розбирати ефіри Ганапольського, які наприклад... Ей, Ганапольський, старий дуралей, от і до тебе добрались. Видиш, як оказывается, що... Як ти не кричиш, що хто-то там хло, хто-то там ще хто-то, но в будь-якому випадку, в такому обществі, в любом случае эти собачки набросятся потом на сородича. Він же пішов. Але коли він там був, можна... Я, наприклад, пам'ятаю, там ставилися питання, да, там, чи можлива дружба там, між українцями і росіянами в нинішніх реаліях? Да? Какой ужасный вопрос. Возможно ли дружба между россиянами и украинцами? Да понятное дело, что невозможно. Самое интересное, что вот это все происходит сейчас в эфире 5-го канала. Вот это вот я нарыл видео, где упоминалась Савченко. Савченко встала, Савченко села, Савченко пукнула, Савченко покушала, Савченко что-то сказала, Савченко улыбнулась, Савченко не улыбнулась. Савченко себя плохо чувствует, Савченко себя чувствует хорошо, Савченко похудела, Савченко чуть-чуть поправилась. Слава Богу, вот здесь вот защиту Савченко под посольством вышли в Савченко, одесситы за Савченко, вот эти вышли за Савченко. У них эфиры о Савченко были просто чаще, чем эфиры о погоде. Савченко, Савченко, вот так вот она училась, вот так вот она лечилась. Вот такой была она молодой, вот такой она была в отрочестве. Вот эту вот картину Савченко известный художник нарисовал. А еще кто-то попросил за Савченко. Европейцы просят за Савченко. Американцы просят за Савченко. Все Савченко. Савченко это наше все. Савченко наша победа. Савченко наше небольшое поражение. Потому что мы не можем вытащить Савченко. Но вот уже мы почти ее вытащили. Савченко уже выходит. Савченко дала интервью. Савченко улыбнулась журналистам. Савченко накричала на журналистов. Савченко нахмурилась. Савченко... И это все пятый канал. Пятый канал, на котором он рассказывает, что очень подозрительно, что о Савченко все говорили. Да-да, подозрительно, пятый канал пора, мне кажется, уже прикрывать. Но вот здесь вот, знаете, иногда у Романа Чайки даже, у ведущего, просыпается внутри журналист, ведь он где-то там дремлет. И он говорит, что нельзя такого делать, нельзя закрывать СМИ, есть же и другая точка зрения. Ведь скоро мы дойдем до Министерства правды, он не замечает, что уже это министерство создано. Диверсійну діяльність, бо... Так, але ми стоїмо тут зараз, в цьому моменті, ми стоїмо під небезпекою, коли читаючий громадянин скаже, слухайте, ну тоді треба вводити Міністерство правди, Міністерство брехні, яке буде визначати, що є тими... Правильно, Роман, но посмотри, что уже происходит. Это уже произошло. Есть одна правда, остальное все неправда, сепаратизм, остальное все от лукавого, от Кремля, от Путина. Так, вот засоби массовой информации мають бути вільними. Кожен має право на свободу слова. Кожен має право сказати те, що він вважає за потрібне. Насправді, це от, розумієте, гра на цих слабкостях демократичного ліберального суспільства. В принципі, після цього можна було пінками експерта вигнати з редакції, тому що те, що він розказує, абсолютний маразм. Нормально это, когда свобода слова, нормально это, когда человек может говорить то, что думает, нормально это, когда больше, чем одна точка зрения. А вот это вот ненормально, очередная победа СБУ. Я житель города Ужгорода. Создал страничку в социальной мережи ВКонтакте антиукраинского содержания с критикой действующей власти, АТО,
украинских военнослужащих. Напомните мне, напомните, вот там СБУшники, а когда, с каких пор критика украинской власти стала подсудным делом? Это что, это какая статья? Весной 2016 года по просьбе неизвестного мне гражданина Российской Федерации. Уверяю вас, это всегда так бывает. Неизвестный гражданин Российской Федерации говорит: слушай, а можешь вот сделать там страничку ВКонтакте, критиковать украинскую власть? Конечно, могу, потому что без указания неизвестных граждан Российской Федерации критиковать украинскую власть вроде как и не за что. Размещал на украинских сайтах дезинформацию антиукраинского содержания, критика АТО, украинских военнослужащих. Расстрелять. А вот этот эксперт с телеканала 1+1, пускай живет. Всю новину хочется катати на языці. А за щеку тебе эту новость не хочется засунуть? Мне кажется, с его вот этими вот прихватами, всеми этими манерными, ему вообще упоминать про рот, про все, что связано с ртом, вообще не стоит. Просто не надо, это глупо все, не надо делать. Дальше он рассказывает о том, какие тупые испанцы, это связано с Зазулей. В Іспанії скандал. Проросійські футбольні фанати клубу «Рая Валікано» розгорнули масове цькування гравця національної збірної України Романа Зозулі. Ну, а якщо вони розвернули масове цькування, значить вони однозначно проросійські, правильно? Футболіст мав перейти в цю іспанську команду, але шанувальники Путіна назвали його нацистом і почали погрожувати його життю. Все через герб на футболці. Хтось сказав їм, що то нацистський символ. Не нравится тебе Зозуля, значить ти поклонник Путіна. Все просто. Все просто, все розложено по полочкам українських телеканалів. Но вот здесь вот мені интересно, які вони ж тупі, да? Їм хтось сказав тупим этим, що тризубець наш, герб, це нацистський символ. От тупіці. Керівництво клубу тепер пропонує нашому гравцю охорону. Купа відомих футболістів уже виступили на захист Зозулі. Да, маніфестацію вже проходять в підтримку Зозулі. Ну давайте почитаємо, які ж вони тупі, ці іспанці. «Ель Мундо». «Ес Роман Зозуля ун неонаці о ун месенас дель ехерсіто дель пуебло». Типа он нацист или он спонсор народной армии. Народной армии. «Ла фото кон бандера». Кто-то вообще понимает испанский, нет? Парамучос Украинос Бандера асисиандо пор эл КГБ хероя та-та-та. Параотрос эл мал синьестро коллаборациониста наси дел пасадо сигло эн Украине. Вы можете понимать испанский, можете не понимать, но здесь о гербе речи не идет, здесь идет речь о Бандере, которого некоторые считают героем, а некоторые считают коллаборационистом. И застегнула фанатов вот из-за этого фото в большинстве своем. Так, «Эль Паис», читаем. Так, Зозуля, Фуэра. «Эль Мисмо, се манифестадо, эль Твиттер, эксплика Домингес, колгандо фотос дель Степан Бендера, эль мас репрезентативо де лос коллаборационистас нацис украинос». «De la Segunda Guerra, naciéndose fotos con el batallón Azov, fotos con símbolos de pravi sector, el grupo neonazi ucraniano». Вы можете понимать испанский язык, а можете его не понимать. Но вы улавливаете, о чем идет речь, ни о каких ни о гербах. Это вас за дураков держат, когда вам рассказывают, что кто-то такой очень большой дурак, что кому-то рассказали, что вот это нацистский символ, и он побежал, как обезьянка, кричать, это нацистский символ. Был такой эпизод, но сейчас застегнуло совсем не на этом. Но, кстати, в Украине же нет людей, которые там разрисовывают там памятники, дивизии СС, это все чепуха. Вот подтверждалка опять с 5 канала. А я теж не знаю, подивіться, дуже смішно, бо тому що коли вони в Биківні оце все зробили, mm-hmm. так, там, по-перше, неправильні написи, а так. Оце в Польщі, як виглядає, два якісь... Неправильні переклади на українську з російською. Так, буква так, і так. Неправильно написано. Да, да. І оце... Два генія сидять, я вже раз п'ятий, наверное, це слышу. Два генія, які розказують о том, що неправильно перевели з українського на русский, вернее, з русского на украинский. Вы же знаете, наверное, что россияне не знают такой буквы, как И. И. Что это за буква И? И поэтому они ее пишут, как Н. Ну, это более тупого объяснения я не слышал в жизни своей. Это же просто тупость. Вы же не понимаете, что вы тупые? Тут теж є ідіотства, які вказують, в які я важко повірю, що під прапором УПА малювали БСС, бо це, знаєте, так. Часів Другої світової. Це чиста провокація. Так, брате, саме так. Це чиста провокація, тому що під флагом УПА ніколи не буде СС Галичина. П'ятий канал, ваш же канал включаємо. Це важливий день в
історії українського патріотичного руху нашого міста. А що ж це за флаг, якщо це не УПА? Що вони празднують? Вперше, як в Східній Україні, так і в Центральній, відсвяткування 70-річчя дивізія Галичина. Сьогодні 70 років дивізія СС Галичина, тому я прийшла сюди, щоб підтримати цю ідею. Чистая провокация. Мне кажется, и в этой провокации еще замешан Пятый канал, потому что ну, не может же такого быть. Под флагом УПА еще и празднуют дивизию СС Галичина. Правда ведь? Даже прямым текстом говорят. СС. Не какая-то там дивизия там чего-то там, а СС. СС. Это не я сказал, это вы сказали. ССовцы. СС. На окраине Киева среди соснового леса стоят корпуса гериатрического пансионата. Валентина Николаевна здесь уже живет год. Всю жизнь проработала театральным режиссером. Рассказывает, из-за состояния здоровья тяжело было выходить из дома. А сидеть в четырех стенах – это как заточение. Что это за прекрасные корпуса? Что это за счастливые пенсионеры? А, это и навещание. Это они рассказывают на Западе, как живут украинские пенсионеры. Вслушайтесь. А здесь, в пансионате, среди своих сверстников гораздо интереснее. Ведь можно общаться, заниматься вместе интересными делами или попросту компанией смотреть фильмы. К тому же здесь созданы хорошие условия. И смотрит какой-нибудь итальянец и думает, хотел бы я встретить свою пенсию в Украине. Нам нет отказа ни в чем. Мы сегодня едем в театр «Ромен», например. Нам дает, дирекция дает автобус, нас везут туда. Счастливая старость в Украине. И парикмахерская, педикюрный кабинет, транспорт, который возит на концерты, есть библиотека, тренажерный зал. Я подумал, что же они еще рассказывают о пенсионерах западному зрителю? Ну, западные зрители, конечно, не смотрят, но задумывалось-то. Деньги же выделяются для того, чтобы рассказывать западному зрителю. Ну, у нас, во-первых, повышение пенсий. Осенью в Украине планируется повышение среднего размера пенсии. Пенсионная реформа принесет счастье украинским пенсионерам. Благодаря пенсионной реформе начисление пенсии станет прозрачным и справедливым, заявляют украинские чиновники. Ведь стране в наследство досталась советская система пенсионных выплат. Советская система? Тьфу на нее! Ну вот уже я вижу, счастливая пенсионерка. Хорошо, отец же сумку Прада ей дали в руки, не? Евгений Осторожек более 2 лет находится на заслуженном отдыхе. За 37 лет трудового стажа заработала пенсию, на которую сегодня очень трудно прожить. Поэтому до сих пор вынуждена работать. С нетерпением ждем пенсионную реформу. А, работающая пенсионерка с нетерпением ждет пенсионную реформу. Пенсионная реформа – это очень хорошо. Я буду путешествовать. Возможно, она что-то изменит к лучшему. Хочется пожить так, как живут пенсионеры за границей. Отдыхать, путешествовать, иметь обеспеченную старость. И вот уже после новости о повышении минимальной зарплаты пенсионеры замерли в ожидании. Після новини про підвищення мінімальних зарплат 12 мільйонів українських пенсіонерів затамували подих. Видихніте. Однак схожого повідомлення так і не дочекались. І наскільки повисились ваші пенсії? Пенсії нарешті осучаснять. Це осучаснення повинно додати ще там в залежності від розміру пенсії і категорії пенсіонера там 100-200 гривень додатково. Дополнительні 200 гривень? Отдыхать, путешествовать, иметь обеспеченную старость. Ну вот, дождалась. Теперь можешь сесть в троллейбус с этими деньгами, проехаться из одного конца города в другой. И как раз таки, вот пока будешь ехать туда-сюда, можешь еще и отдыхать на сиденье. И как раз совместишь путешествие и отдых. Все как мечталось, в принципе. Ну, а теперь я вам покажу кое-что. Вот когда там они говорят, почему украинским СМИ там нет доверия, еще там что-то, я думаю... Слушайте, а может быть поэтому? Смотрите, это Авдеевка, и это показывают разрушенную квартиру. Иду. Неделя русского мира в Авдеевке. И вот уже телеканал 1+1, 3 февраля. А наступний снаряд розніс квартиру в багатоповерхівці. Господиня саме в цей час на кухні робила чай британському журналісту Крістоферу Нуну. Вот канал 1+1, 5 февраля. Це чули. Ремонтна бригада працювала в сірій зоні і десь близько 6-ї світ в Авдіївку нарешті дали. Проте, на жаль, залишається досі без світла один мікрорайон ювілейний. Вот канал 1+1, 4 февраля.
Верхівки постраждали, працювала важка артилерія. І от за цей тиждень вже є такі підсумки військово-цивільної адміністрації. Вот опять канал 1+1, 3 февраля. Одразу на кількох вулицях з першого і по останній поверх жодного вцілілого вікна. На стіні сліди прямого влучання. Ремонтники лагодять перебити газопровід. А от невідомий канал. 1 марта 2015 року. Видите домик по правой стороне? Ну-ка, ну-ка. Ой, что же он мне напоминает, этот домик? Посмотрите-ка, где-то я такое уже видел, причем несколько раз. Ну-ка, ну-ка. Да быть такого не может, это же 1 марта 2015 года. Неужели? Как там, неделя русского мира, да? Покажите, покажите ближе. Мы боимся ошибиться. Да нет же. Мы не ошиблись. С марта, как минимум с марта 2015 года, оно вот стояло так и стоит сейчас. Это сейчас везде показывают. Я понимаю, кадры классные получаются, красивые. Посмотрите, посмотрите, какое попадание. Я уверен, что попаданий хватает. Но вот, это не чистая манипуляция. Это чистая ложь. Просто чистая ложь. Более того, за 2 года не сподобились даже починить там что-либо. На своей территории, на украинской территории. Но зато как интересно сейчас это показывать, выдавая за последствия. Вот только-только, смотрите, неделя русского мира. Почему же все-таки местные жители не верят украинским СМИ? Сам не знаю. Пока.